Thank you.
Умри, человек! Вы люди! Вы доставляете слишком много хлопот. Отпусти заложников, и ты, возможно, проживешь достаточно долго, чтобы объясниться перед Советом. Я не отвечаю перед Советом. И перед тобой тоже. Я улетаю с астероида. Если попробуешь остановить меня, я взорву эти заряды, и тогда погибнут и твоя помощница, и ее друзья. Я не могу отпустить тебя, Балок, после того, что здесь случилось. Это ничто! Вы, люди, доставили батарианцам гораздо больше вреда. Нас вынудили удалиться в изгнание, довольствоваться крохами. И так целые десятилетия. Только не делай вид, что вы невинные жертвы. Вы сами виноваты. Правда? Вы вторглись в наше пространство, захватили наши ресурсы. А когда мы обратились к Совету за помощью, нас отвергли. Нам ничего не оставалось, как защищаться. Но люди сильнее нас. Мы это знали. И Совет знал. Но это никого не волновало. Это все вы. Вы и ваши соплеменники – единственная причина, почему мы оказались в таком положении. Разве убийство невинных людей что-то исправит? У нас не было выбора. Иногда приходится специально привлекать к себе внимание, чтобы тебя выслушали. По этой причине мы атаковали вас на Элизиуме. Поэтому я так поступаю. Вы вынудили нас. Вы напали на нас первыми. Когда мы ответили, вы побежали жаловаться Совету. Не получив помощи, затаились. Вам некого винить, кроме самих себя. Хватит! Наверное, вы никогда не поймете. Вы не хотите понимать. Я не собираюсь тратить слова впустую. Если хочешь видеть друзей живыми, лучше отойди в сторону. Можешь идти, но это не конец. Я тебя рано или поздно найду. Может быть. Но сегодня ты точно до меня не доберешься. Таймер все еще работает. Тебе лучше поспешить, если хочешь спасти друзей.
Он ушел? Это правильно? Пришлось отпустить его, а то было бы хуже. Вы же сказали, что спрячетесь в безопасном месте. Я мог бы сделать что-то полезное. Я чувствовал, что должен быть здесь. Я же как-никак лучше всех знаю этот астероид. У вас получилось. Еще бы час, и курс астероида было бы невозможно изменить. Я сверил расчеты, Шепард. X-57 упал бы рядом со столицей. Это самый густонаселенный район. Но этого не произойдет, благодаря вам. Кейти здесь? Она жива? А ее команда? Балок взял их в заложники. Я отпустила его, чтобы их спасти. А это не... Вам ничего за это не будет? То есть, он же может повторить то же самое в другом месте, ведь так? Вы считаете, что не нужно было спасать заложников? Пожертвовать немногими ради спасения большинства? Что? Нет, я не... Пока я на службе, никто не умрет. Пусть Балок атакует другую колонию. Я первый прибуду туда и прижму его к стенке. Не волнуйтесь так. Я-то не сомневаюсь, что вы правильно поступили. А если кто скажет иначе, я расскажу им правду. Шепард, благодарю вас за жизни моих детей и внуков. Думаю, я тоже здесь надолго не задержусь. Команды нет. Много дурных воспоминаний. Сейчас мне лучше вернуться к семье и провести некоторое время с ней. Но прежде хотелось бы кое-что отдать вам. Может, это вам пригодится больше, чем мне. У меня, как у главного инженера, есть кое-какое качественное снаряжение. Выбирайте, вы заслужили. Наверное, я прошу слишком многого, но ваш уни-инструмент. Мне бы он пригодился. Шепард, вы же спасли моих детей и внуков. По сравнению с этим, уни-инструмент ничто. Берите. Надеюсь, это вам пригодится. Да, кстати, вы просили меня отыскать пропавших инженеров. Вы нашли их? Да, я нашла всех. По крайней мере, их тела. Да, понятно. Ну что ж, все лучше неведения. Будьте осторожны. Всего хорошего, Шепард. Мы многим вам обязаны. Все еще не верю, что вы отпустили Балока, чтобы спасти нас. Я была почти уверена, что вы принесете нас в жертву ради спасения большинства. Я не собираюсь пускать это Балоку с рук. Рано или поздно я доберусь до него, и тогда он заплатит за все. Вы прямо как мой брат. Всегда был таким упрямым, но хотел делать все правильно, по справедливости. Что бы ни случилось. Это вашего брата убил Балок? Да, Аарона. Это он уговорил меня записаться в команду. Сказал, что это будет то еще приключение. Надо было мне быть с Аароном построже. Хотя, чего уже теперь говорить? Я понимаю. Вы порядком натерпелись сегодня. Не буду вам мешать. Спасибо. Но я даже не знаю, как вас зовут. Капитан Шепард. Я из спецкорпуса тактической разведки. Спасибо, капитан Шепард. Я не ожидала, что вы появитесь здесь. И я благодарю вас. Что вы можете сказать об атарианцах? Чего они хотели добиться? Похоже, они даже не знали про двигатели. Когда они напали, они собирались доставить нас на корабль, чтобы продать как рабов. Когда появился Балок, все изменилось. Он решил сменить курс астероида. Сказал, что это станет символом батарианского сопротивления, что бы это ни значило.
Ему быстро все подчинились, но, не знаю, не похоже, что они все такие же фанатики, как и он. Почему астероид вообще долетел досюда? Почему тревогу не подняли раньше? По плану, астероид должен был появиться здесь на днях. Балок просто ускорил его. В камне много полезных ископаемых, но он находился слишком далеко от Терра-Новы. Поэтому мы установили на него реактивные двигатели, чтобы передвинуть его поближе. Все шло как задумано, пока... Ну ничего, скоро все станет как раньше. Почти все. Вы поступили очень смело, Кейт. Связали со мной по радио, рискуя жизнью. Упрямство и настойчивость — наши семейные черты. Мой отец служил в войсках Альянса. Он немного огорчался, что мы не пошли по его стопам. Но Аароном он бы гордился. Извините, я просто... Вы порядком натерпелись сегодня. Не буду вам мешать. Всего хорошего, Кейт. Я очень признательна вам, капитан. До свидания. Еще раз благодарю вас, капитан. Вы даже не представляете, что вы для нас сделали. Миллионы колонистов даже не подозревают, что они находились на волосок от гибели. Когда вы все-таки найдете Балака, вспомните о моем брате. Еще раз благодарю вас, капитан. Большое спасибо. Я думал, это конец. Откуда в батарианцах столько жестокости? Не могу поверить, что они собрались обрушить астероид на... Представляете, сколько бы человек погибло? Потребуется время, но мы все здесь починим и вернем в рабочее состояние. Большое спасибо. Я думал, это конец. Почему сейчас? Чего хотят эти батарианцы? Люди с Терра-Новы должны назвать целый континент в вашу честь. В последние несколько часов моя жизнь несколько раз проносилась у меня перед глазами. Хорошо, что астероид совсем не пострадал. Скоро мы сможем все здесь отремонтировать и вернуться к работе. Почему сейчас? Чего хотят эти батарианцы?
Вы даже не представляете, как вы нам помогли. Всем нам. Мы обязательно восстановим эту станцию. Мы обязательно восстановим эту станцию.